Мечникова, одного в госпитале инвалида войны. Вчера, к сожалению, был борт с тремя бойцами, два из них самых тяжелых в больнице Мечникова. И сегодня уже утром пять человек встретили на железнодорожном вокзале, то есть всеми видами транспорта осуществляли госпитализацию, перетранспортировки, эвакуации наших защитников. В Маранце, к сожалению, был очередной вопиющий случай. Была избита бригада скорой помощи, пострадал фельдшер. Вызвали к 83-летней женщине с травмой головы, встретила возле адреса, по которому приехали в Маранце бригада скорой помощи, встретила пьяная компания. Их возмутило то, что фельдшер и младшая медицинская сестра были в масках. И поэтому они были избиты, была вызвана полиция. Дальше будут разбираться уже соответствующие органы. В принципе, у меня все. Все в пределах разумного, кроме, к сожалению, бойцов и кроме избиения бригады скорой помощи. Находилась на добовому чергуванні в посиленому режимі. В період з 31 по 2 грудня у нас було 110 оперативних виїздів здійснено, 57 з них на пожежі, 31 пожежа сталася в житловому секторі. Під час цих подій загинуло 5 осіб, постраждало 4 людини, 1 дитина, і врятовано 8 осіб, з яких 1 дитина. Це великі цифри загиблих на пожежах. 31 у нас грудня розпочалось з пожежі в місті Кривому Розі, де було виявлено два трупи чоловіка та жінки 42-го та 47-го років народження. Та нашими підрозділами врятовано 8 людей, 6 з яких виведено в апаратах по сходових клітинах, та 2 особи знято по трьохколінній драбині. Також, як було зазначено, була пожежа в Софіївському районі, загинув сторож 80-го року народження. І була пожежа в місті Дніпро біля гаражу. Площа пожежі склала 25 квадратних метрів. І внаслідок цієї пожежі загинув чоловік невизначеного року народження. 31 грудня у нас сталася пожежа в місті Кам'янське, попередньо через використання піротехніки, де в міську раду було визвано пожежні підрозділи. На 4-му поверсі в відділі фінансів пошкоджено вогнем 20 квадратних метрів, там документи, офісні меблі, двері, віконна рама. А також другого у нас виникла пожежа в місті Дніпро, внаслідок якої було госпіталізовано чоловіка з легкими опіками руки та спини. В пожежі в місті Кривому Розі, де було виявлено тіло загиблого чоловіка. І нещасний випадок з людьми на воді в місті Дніпро на річці Самара. Повідомили поліція, що 30-го чоловік пішов рибалити і зник, не повернувся. Нашими водолазами здійснено обстежено акваторії 400 квадратних метрів та 2 кілометри берегової смуги. І, на жаль, тіло не виявлено через те, що невідомо, де саме. Конкретно місця, де чоловік знаходився, невідомо. Через піротехніку, то, що ми зверталися перед новорічними святами, як я вже зазначила, це пожежа в місті Кам'янське в міській раді, і також була пожежа в місті Дніпро, де в 9-поверховому будинку в квартиру залетів піротехнічний виріб, і на балконі виникла пожежа площею 2 квадратних метри. Ця пожежа була ліквідована до прибуття, проте на її ліквідацію залучено дві пожежно-рятувальні частини, 18 та 3. Ну, ніхто не постраждав, 2 метри квадратних, ну, свято комусь зіпсувало. І ще хочу звернутися, у нас на 6 грудня гідрометцентром очікується погіршення погодних умов і зниження температури повітря до мінус 15-18 градусів морозу вночі. Січня. Січня, вибачаюсь. Дякую большое, і давайте перейдемо к самому главному спонсору. Так, на онкологі, так. Уважаемые коллеги, я вам хочу сказать, что в наркологическом диспансере с 31 по 2 число никаких чрезвычайных ситуаций не было. Мы работаем в контроле круглосуточного приема всех больных по экспертизе. Значит, 31 числа было 10 экспертиз, из них 7 ДТП,
и 3 контроля на дороге, которые привезла нам полиция. 1 числа было 6 ДТП. 2 числа января было 6 ДТП и 4 контроля на дорогах. Из всех сегодняшних 22 экспертиз по сегодняшнее число, 15 ДТП и 7 контроля, выявлено 2 человека, которые совершили ДТП, это алкогольное опьянение, и 6 человек сегодня стоит по контролю по наркотикам. Наркотики еще в работе, они должны, так сказать, иметь свою полностью в работе, поэтому мы еще сегодня не можем сказать, а вот эти результаты есть. Что? Хочу в целом еще отметить, я все-таки взяла статистику за 2015-2016 годы. И вот я вам хочу сказать, что если взять такую цифру, что за декабрь 2015 года было проведено 613 экспертиз, то за декабрь именно 2016 года в 2 раза меньше, 335. Вот из всех вариантов, которые вообще, если взять даже за года, вот если 2015 год у нас было 7720 экспертиз, то за 12 месяцев 2016 года 4781. Из них практически 18% находятся или в алкогольном, или в наркотическом опьянении. То есть я вам хочу сказать, что сегодня и водители более корректно себя ведут, и в плане того, что они знают, что есть законодательство, которое очень хорошо повлияло на то, чтобы люди перестали быть в алкогольном или наркотическом опьянении именно за рулем. По наркологии в целом, касается и Павлоград, и Никополь, которые находятся в нашем видении, никаких чрезвычайных ситуаций не было, тяжелые больные все были определены и оказана медицинская полная помощь, с отравлением алкогольным не поступало за эти 2 дня, поэтому мы пока в таком нормальном режиме. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы, ваши уточнения. Вопрос к патрульной службе. Неприятно запрещены были технические изделия, между тем, где наблюдали, активно использовали. Были ли у вас случаи, когда вы пресекали эти действия? Если были, то сколько? Спасибо. Непосредственно после 0 часов начались вызова информационного характера об использовании салютов, фейерверков. Патрульная полиция на все вызова 100% отреагировала, прибыла, вызова были отработаны, беседа была проведена. Сложность в том, что люди, которые непосредственно обращаются, они в дальнейшем устраняются. Они позвонили и дальше на связь не выходят. А для оформления админ материалов необходимы определенные процессуальные действия. Это объяснение людей, которые непосредственно, это и мешает непосредственно свидетели. Но люди в большинстве случаев устраняются от этого, просто сообщают, за что им, в принципе, спасибо, естественно, с людьми, которые взрывают. Сколько вызовов было? Количество вызовов, оно не определено, порядка, наверное, 10-15 вызовов было. Да. Спасибо, коллеги, еще вопросы, еще уточнения? Можно, да, и уточнение. Да, пожалуйста. У пиротехника была причина пожара, какие еще причины? Ну, було необережне поводження з вогнем, це де загинув чоловік біля гаражу. А інші у нас встановлюють правоохоронні органи причини.